Дорогие друзья, добрый день, дорогие наши комсомольцы, потому что сегодня как раз тот день, который стал днем основания комсомола, 29 октября 1918 года. Присутствуют молодые комсомольцы того периода, но сегодня они уже прошли определенный свой жизненный этап, тоже поделятся с нами теми основными видами деятельности, интересными, может быть, для всех, для нас, в каких они мероприятиях, формах работы участвовали. И не случайно мы сегодня свою встречу назвали «Комсомол твоей жизни». Каждый, кто пришел сегодня, я вижу, с комсомольскими значками. Молодежь, может быть, не помнит, потому что сейчас значки совсем другой формы. Комсомольские билеты, которые я тоже вот принесла, он совсем другого, как сейчас, где мы видим, какая фамилия я еще в молодости носила, Нехайченко, Коноплева. Немного и немало. Только те слова, что на душу легли. Родина моя, хочу, чтоб услыхала ты еще одно признание любви. Родина моя, хочу, чтоб услыхала ты еще одно. Здравствуй, земля целинная, здравствуй, простор широкий, весну и молодость встречай свою. Спасибо, пожалуйста. Комсомол мне дал путевку в жизнь. Путевку в жизнь, потому что я работала с важным секретарем комсомольской организации до комбината. Это первичная организация, где на численность комсомольцев у нас непосредственно подходит. Любовью невесте написал он открытку, 20 слов, как он любит, и привет берегам. Слушай, маме скажи, мне страшно не будет, я ни разу не струсил. Сделал я в СССР. Уважаемые сверстники, это касается всех нас, присутствующих, кроме молодежи, конечно. Вот эта вот фраза из песни, она полностью характеризует наше поколение, правда? Поэтому бодрости, задора. А вам, молодежь, не думайте, что у нас плохо, у нас лучше всех. Поверьте, Беларусь самое замечательное место. Поэтому будьте здоровы, творчески подходите ко всем вопросам, ну и берите все самое хорошее, что есть в этом мире. Улетай, считай самолет.
Родного дома тепло и свет.